приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч. Посмотрим на состав Наполи. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Смотрим на состав команд. Любопытно, тотальный футбол сейчас больше ассоциируется с голландцами или испанцами? Ну и давай посмотрим сегодня, на кого эти команды больше похожи. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч. Посмотрим на состав Наполи. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Смотрим на состав команд. Любопытно, тотальный футбол сейчас больше ассоциируется с голландцами или испанцами? Ну и давай посмотрим сегодня, на кого эти команды больше похожи. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч. Посмотрим на состав Наполи. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Смотрим на состав команд. Любопытно, тотальный футбол сейчас больше ассоциируется с голландцами или испанцами? Ну и давай посмотрим сегодня, на кого эти команды больше похожи. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч. Посмотрим на состав Наполи. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Смотрим на состав команд. Любопытно, тотальный футбол сейчас больше ассоциируется с голландцами или испанцами? Ну и давай посмотрим сегодня, на кого эти команды больше похожи. Хороший пас на ход. Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Хороший пас, Матлан. Хорошо мяч перехватили в атаке. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Все, ничего в этой атаке не получилось.